Доброе утро, это Гармония. Сегодня мы вам расскажем про Lime Glow. Не забывайте подписываться. Это красивейший можжевельник. Высота до 40, ширина 1-1.20 м, скорость роста до 8-10 сантиметров в год. Форма у него идет чаши, то есть у него идет закругление. И оно вот так и поднимается, и в разные стороны разрастается. Не любит переувлажнение почвы. Буквально год-два после посадки уже будет более-менее устойчив к поливу, к засухе. То есть не проблема. Перелив, соответственно, не любит. То есть если у вас глинистая почва или есть такие ямки, то есть где может скапливаться вода именно непосредственно под можжевельником, то стоит, конечно, подсыпать туда немножко дренажа. И тогда будет красивый и неприхотливый можжевельник. Так, что по нему можно сказать? Цвет у него ярко-желтый, салатовый. То есть цвет переливается. В любой структуре он будет хорошо смотреться. То есть как и с зеленым оттеночками, так и с различными синеватым, синими растениями. То есть довольно-таки неприхотлив. Небольшая скорость роста, сильно не стрижемому. Чисто немножко, чуть-чуть форму придать, потому что скорость роста у него и так небольшая, чтобы он у вас красиво смотрелся. Как бы вот и все. Хорошего дня вам. Если возникнут вопросы, пишите.